В донецких трамваях кондукторов заменят контролерами. Пока такой эксперимент проводят только на одном из маршрутов. Трамвай номер 4 курсирует от улицы Красноармейской к проспекту Панфилова. Проездные билеты здесь продают сами водители во время остановок. При этом на линию поставили больше контролеров, поэтому пока в доходах город не потерял. В Донэлектротрансе говорят, эксперимент рассчитан на месяц. Но если новая схема окажется эффективной, ее будут использовать и на других городских маршрутах. А позже планируют установить в трамваях электронные контроллеры. Билеты пассажиры будут покупать на остановках и отмечать их на этих устройствах. Деньги на приобретение техники городской совет уже выделил. Тяжелее стало, тяжелее именно то, что стрелки мы выходим сами делать, но нормально справляемся. Пассажиры понимающие, оплачивают, все хорошо. Ну, обман это полнейший. Люди не отдают деньги, этим они выигрывают, которые ездят, а трамвайщики проигрывают. А трамвай, в общем-то, спокойно реагировал. Ну, может быть, потому что не переполненный был. И спокойно подошли две женщины, взяли талоны и все, на остановке.